Здравствуйте! Я рад, что мы снова собрались на наш вебинар. У нас сегодня много новых участников, поэтому я хочу для тех, кто впервые на вебинаре, дать небольшое разъяснение. Все те технологии, которые мы даем в настоящее время, в настоящих вебинарах, они все требуют видения. Видение имеет, определенные ступени развития. Самая ранняя, самая первая ступень – это воображение. То есть люди, у которых еще нет ясного видения, которое мы, в общем-то, открываем на специальных курсах, это базовые курсы и 3 ступени обучения. Если у них нет ясновидения, они могут использовать воображение. Это тоже действует. Если вы видите и умеете представлять то, что обсуждается, и то, что запускается через это воображение, оно тоже точно так же действует. Это то вступление, которое необходимо для наших новых участников. Хотя многие из них наверняка имели какую-то свою предыдущую практику, но все-таки не лишне напомнить. Тем же, кто уже имеет ясновидение, будет намного легче работать, они будут сразу видеть все то, что говорится. И самое главное, то, чего достигается через вебинары, это общая работа. То есть в действии участвует согласованно множество сознаний. Вот это очень важный аспект любого вебинара. И через эту общую работу можно добиваться наиболее значимых результатов. Когда работает большая группа людей, как в нашем случае, когда это сотни людей и объединены одной общей задачей, то результат может быть очень быстрым, очень явным, очевидным и легко регистрируемым.